читаю стихи русских поэтов, начиная с 18 века и по наши дни. Упор делаю на региональных поэтов, знакомых, незнакомых. Всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Екатерина Симонова, Свердловская область, Нижний Тагил. Когда договорю, вернется слово, укроет снегом, и ее рукой укроет снегом, и покинет снова, последствия оставив за собой. Такого вероятного испуга, такого невозможного лица, терзающего память в виде круга в конце земли, а значит, без конца. Что может быть, то может и не сбыться. Но цель молчания, видишь ли, ясна. Речь сохранив, читаем. Сохранится во сне деревьев и деревьях сна. Холодно, легко и просто ты придешь на этот остров, чтоб тянуть пустые сети, чтоб дышать на белом свете, радуясь случайной рыбе, радуясь луны изгибом, отраженным в голубой чашке с бедною водой. Бедной, как дневные тени, как бегущие олени, в тишине большой, как дом. Скатишь жизнь, как снежный ком, с берега на тонкий лед, пропустив на шаг вперед. Тайком выглядываешь сны, их в рукаве на две блесны, на рыбий плеск, на дивный стих, на нас двоих. Лицо в течение реки плывет, как ты плывешь над ним, зачерпывая из воды немного темноты. Плывет по воздуху листва, но легче каждого листа та песенка, которой нет тебе в ответ.